Тут основное место шикарное просто. Мы тут много раз ездили. Так, Нива. Там только на лебедке. И Нива тоже присела. А вот эти места. Вот она, самая жесть наступила. Самоблок. Кразовские шины. И поехал. Теперь я знаю, где застрянет унимок. Это шок просто. Но это он объехал. Тут траектория правильная. Правильная траектория была другая. Так вот. Так, ну сюда он не доедет, понятно, это я знаю. Это неправильно было. Не копай! А я тут пройду, Пашенька? На коксе? Где моя машина? Вот. Садись давай в нее. Едь. Так а что тут от машины? Самое ведро. А что они с одной не едут? Здесь же нормальная дорога. Нормальная абсолютно. Вроде бы не на коксе. Давай на Ниве туда развернешься и вернешься. Попробуй с разгона, Валера, вот тут оттуда набрать. И куда, сюда? По прямой, да. Колею между колес. Я так сижу, блин. Я просто знаю эту яму. Здесь, блин, викарий сидел. Валера после отсидки. Рус сидел. Да, я недавно смотрел это видео. А Рус сидел, да. Рус сидел. Рус мне прислал новый тесик. Надо разговаривать, чтобы покататься на Приусе. Понравился тебе? Нет. Это мне фолловеры прислали с России. Паша, я тут пройду, Паш. Ёлки, еще копал, да? Да. Копал, видишь? Что-то тут не то. Давай еще. Раз, два, три! Два поймал!
так подурковали. Ну тут жесть. Ну, еще один. Блин, тонет реально. Нормальный контент получается такой. Не газуй! Не газуй! Надо, чтобы зацепили еще. Это жесть вообще. Зацепите еще, может. Подключите Руслана на заднее сиденье, мы все-таки вернем. У вас там борется, но это ему не под силу. Просто праздник какой-то. Точно, что праздник. Так. Зацепитесь еще. Так а куда он будет? Полная жесть вообще. Ба, может... Встань, иди на бампер за... А, там дергают, нельзя там становиться, не надо. Пусть не копают, выключи передачу. Еще кто-то подцепите. В общем, вот такая ситуация тут веселая. Так, ГАЗ-63 спешит на помощь. Сейчас подтянут. Валера, осторожно, Валера. Дима, давай на этой ветровке, чтобы коротенькая была. Так, за что его зацепите? За что там сидят? Не, за что даже дергали только что? Газик зацепили и сразу все. Что значит масса? Смотри, не газуй, в натяжечку потихоньку едь, спокойно. Вот тут, вот здесь, вот. Вот горб один, вот второй горб, и там выйдешь. Потихоньку, потихоньку, спокойно, спокойно, персен, персен, думай. Не спеши, не спеши. Правей, 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 газу теперь. Правей, газу, 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 давай, давай, давай. Че влево было уходить? Правее чуть-чуть, правее. Давай влево руль. Так вот. Влево, чуть-чуть влево. Давай, давай, влево. Влево руль. Жесткие ребята. Это много, это много. Влево руль назад. Сейчас дальше будет. Один выйдет. Смотри, почти такая же позиция. Еще порыть.
хотя бы из воды вылез, да? А так вот сейчас в этом положении... Попробуй назад выскочить! Назад попробуй! Еще! Блин, опять колесо в воздухе. Да, нормально. Опять та же позиция, да. Позиция похожая. Подъезжай вперед. Все, не, вообще не, нет, не рой. Не надо, не рой только. Не копай, все, нейтралку поставь. На паркинг, на паркинг. А скажи мне, пожалуйста, слышь, когда тебе орали, не копай, когда ты в рот меня наливал. Значит, ты хочешь сказать, это ты в серьезном месте проехал, где УАЗик едет по Устокову? Едет, едет, да. Ну почти проехал. Цепляйся! Стой, Миша! Стой, Миша! Такое веселье сегодня! Стой, не мотай! Вольц, уезжай себе команду! У меня живот весь. Да, тут непросто. Ну идут, идут, а лебедка тянет. Лебедка хорошая. Не копай, не копай! Не надо, ты запутал! Так, Витя проводит консультации, как ехать, едет самая главная машина современности. Так, что-то тут... Что, застрял или что? Да. Да? Ну, не может... Влево до конца, ему газу надо. Давай. Еще можно чуть-чуть назад. Димон, вылезет и тяжелый. Все вышел. Хватило разгона. Чероки отъехал. Так, у вас здесь у нас еще есть. По Пашиной траектории. Хорошая. Лебедка это такая, как должна быть. Ну, правда, стоит $1000. Ну крутит быстро. Чуть не проехал.
едет. Техно достойно, конечно, себя ведет машина. А, это Иштехно блокировки? Ну, а не, Вал Рейсинг блокировки, Иштехно полуоси. А, полуоси. Едет. Так, Макс едет. Бородарь больше дурит. Это их крест, да? Посмотри, Бодя в ужасе просто. А где собака? Она там охерела уже. Посмотри, собака же на штурманском месте. Собака где? Собака выпала. Фух, блин, вот это жесткие ребята. Я думаю, они этот оффроуд запомнят на всю оставшуюся жизнь.